От локальной пляжной конференции до масштабного фестиваля. Первый Улкэмп собрал 150 человек. В этом году их около 2500. За 9 лет он стал одним из брендов 73-го региона. Развитие информационных технологий – вопрос успеха различных сфер жизни. Реалии таковы, что продвижение товаров и услуг, работа с клиентами и партнерами переместилась в цифровое поле. Одни из первых в стране начали применение торговых платформ, таких как Alibaba, например. И наша витрина Улмейт сделала. В Ульяновске представлена на Алибабе, где порядка 143 различных товаров предпринимателей региональных представлены. Особое внимание подготовке кадров. Специалисты проходят обучение по программам Фонда содействия предприятиям «Старт» и «Умник». За опытом в наш регион приезжают эксперты со всей России. Профориентация начинается с дошкольного возраста. Огромную работу проводим не только на уровне школ, но и на уровне школ создаются IT-классы. Если посмотреть даже динамику бюджетных мест, когда-то их было 200, на сегодняшний день только высшее образование у нас по контрольным цифрам приема в этом году будет 498 бюджетных мест на IT-специальности. История успеха, начавшаяся со школьной скамьи. Учителя информатики и авторы инновационных проектов на Улкэмпе получили премию Фонда развития информационных технологий. Методика Розы Исмагиловой выстроена на индивидуальном подходе к каждому ученику. Благодаря мониторингу учитель сразу видит сильные и слабые стороны школы. А сами учащиеся получают такую подготовку, что ни ГИА, ни ЕГЭ не страшны. Мы с детьми изучаем информатику очень широко, начиная с младших классов. Мы изучаем основы программирования в различных средах. Это и виртуальные исполнители, это и Scratch, и, естественно, языки программирования. Детям это очень интересно. Традиционно на площадках Улкэмпа своим опытом делятся специалисты всероссийского и международного уровней. 55 профессионалов из России, США, Франции и других государств посвятили свои выступления программированию, дизайну, искусственному интеллекту и созданию команды. В этом и прелесть такого рода мероприятий, что есть место для дискуссии. Вот, потому что, опять же, тот опыт, который есть у меня, это мой опыт, опыт компаний, в которых я работал, с которыми я работал. Не факт, что здесь он встретит какой-то отклик. Единственный способ проверить – это просто выступить. IT-отрасль в регионе должна стать лидером цифровой трансформации всех сфер жизни и драйвером экономического роста, отметил губернатор. Глава региона подчеркнул, необходимо развивать сквозные технологии, а компании должны уделить особое внимание актуальным технологическим направлениям. Жаркая пора, живописный берег и, конечно же, море высокотехнологичных идей. Несмотря на то, что самый горячий день Улкэмпа второй, а это значит еще больше тематических площадок, интересных мастер-классов и, конечно же, обширная развлекательная программа. В день первый происходит загрузка мероприятий, и в воздухе прямо витают те самые идеи сферы информационных технологий, которые обязательно нужно воплотить в жизнь. Вера Мещерякова, Бахтияр Салтанов, репортер 73.